Жители Копейска подозревают, что в одной из семей могут избивать 5-летнюю девочку. На видео, по всей видимости, мать ребенка говорит, что в семье все хорошо. А вот другая дама уверена, что ребенка душили. А что под глазами у ребенка? Это укус. Вот а вот это откуда синяк? Тоже укус? Нету здесь синяков. Да ты что, правда что ли? Маленькое солнышко, тебя папа душил? Люди считают, что сделать это мог отец девочки. Подозревают, что он может бить не только дочь, но и жену. Органы опеки выезжали к семье дважды. Сначала по отчетам на теле девочки максимум были следы от укусов комаров. Почему ребенка на шее? Одень, вынеси тапочки. Ты хочешь сказать, что вот это вот укусы? А когда специалисты приехали во второй раз, то двери им больше никто не открыл. Ломиться в дом органы опеки, видимо, не стали. Теперь этим делом может заинтересоваться Следственный комитет.